Привет-привет, ребятки, с вами Вовкин, и вы на канале Мультикекс. Ребятки, как вы, наверное, уже поняли, поиграем сегодня в Clash of Clans. Спасибо вам огромнейшее за то, что посоветовали мне в нее поиграть, да? Игра прям меня реально увлекла, буквально по полночи, ребята, не сплю. С одной стороны, игрушка, конечно, прикольная, но когда же я буду спать? Я капец как не высыпаюсь, это просто ужас. Просто хочется все время прокачиваться, ходить в бой, кого-то там выносить, собирать золотишко, все такое. Блин, ну, увлекательная действительно игруха, жалко, что я в нее раньше не играл. Смотрите, ребятки, давайте посмотрим по моему лагерю, да. У меня уже ратуша 4 левела прокачивается на 5, да. Самое такое показательное, что можно показать. Казармы уже на 6 уровень. Продвигаю тоже, да, простраиваю. Сейчас все строители, к сожалению, заняты. Больше строить неким и нечего. Вот моя армия. Так, информация. 70 варваров у меня. Вот так. Больше никого тренировать не могу, потому что, видите, где-то тренировать войска. Та казарма занята, пока строительство идет, и поэтому я не могу тренировать гигантов. Вот. И, в принципе, ну вот эти гоблины что-то мне не очень нравятся. Лучницы тоже так себе. Вот жду, не дождусь, когда построится казарма, достроится, да, и можно будет воздушный шар открывать. Это будет уже немножко лучше. Вот, ребята, также хочу у вас попросить, посоветуйте мне, как лучше сделать укрепление, да. Я вот такую стеночку себе сделал, практически по всему периметру. Осталось еще вот здесь вот. Вот этот райончик осталось обезопасить стеной. Но не знаю, стоит ли этого делать или не стоит. Может, что-то лучше другое построить или как-то попереносить. В общем, посоветуйте. Напишите, пожалуйста, в комментах ваши советы, рекомендации, как мне лучше построить свой лагерь. Вот, чтобы защита была и все такое. Так, ну что, я тут, в общем... Кстати, я сейчас в каком-то клане. Dragon Spirit, да? Хороший клан, ребятки помогают. Вот, и я просил... подмогу, да, или как она там называется, ну, что-то такое, подкрепление, никто ничего не прислал, ладно, пойдемте в бой, все-таки ради этого игра и создана, да, чтобы идти в бой, кого-нибудь грабить, так, ну, что, я тут своими 70 варварами что-то сделаю или нет, стрёмно как-то, да, вроде добыча не такая уж и большая, что у него тут, мортиры, пушки всякие, лучницы, блин, ну, я не знаю, ну, как-то мало добычи, по-моему, давайте пойдем далее. Не факт, что, конечно, я его вынесу. Вот, вот это мне нравится больше. Тут 15 тысяч золота и 10 тысяч эликсира. Ну и такое, в принципе, по-божески. Так, в общем, нужно выносить, наверное, сначала лучников. Так. Так, эй, бегите побыстрее. Бегите, бегите. Бегите, бегите. Так, парочку вот сюда вытащим, да? Так, давайте, ребятки, ребятки, раздамаживайте всех и вся. Так, так, так. И отсюда немножечко пошлем, пошлем. Так, 5 человек осталось. 5 человек, мы их сюда. Пускай тоже немножко грабят. Так, давайте, давайте, мои варварийцы. Смотрите, как они яростно накидываются. Ну, блин, что-то мне кажется, что вряд ли я затащу, конечно, этот бой. Потому что, блин, отбиваются они серьезно, очень серьезно. Я бы сказал, не по-детски. И всякие вот, видите, пушечки у него прокачанные, судя по всему. Так, 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 так. Блин, вот фигово, что они все сейчас занимаются грабежом, а не расфигачивают всякие пушки, да? Вот это, конечно, не очень хорошо. Но сейчас, я думаю, они отвлекутся. Блин, хотя их уже так мало осталось. Может быть, моя, конечно, тактика хромает, ребятки, потому что я еще, ну, не профи в эту игру. Все, хана, зафигарили мою армию всю. Жесть, конечно. Ну, блин, может быть... неправильно я немножко делаю. Можете, кстати, писать, ребятки, в комментариях, как мне лучше, что, как лучше нападать, как атаковать. Я посмотрел видосики, как другие снимают, ну что-то такой инфы прям такой не нашел. Прям такой интересной и какой-то полезной. Ну что, опять варваров? Давайте, может, штук 40 варваров, да? И 30 вот этих. Будем комбинировать. Но это уже будет... следующая атака. А пока, ребятки, давайте пойдем, кстати, вот сюда, посмотрим, что здесь. И тут мы видим вот что, ребятки. Я не знаю, зачем вот эта локация нужна. Ух ты, надо пособирать, да? Я тут уже, смотрите, прокачал вот этих дозеленых миньонов, как они там правильно называются. Забыл. Как они называются? Радиоактивный миньон, да, радиоактивный. Они как мутировавшие какие-то, да, такие светятся. И вот они, кстати, очень-очень крутые. С ними я именно дамажу, ого, на ура. Давайте пойдем в бой.
Кстати, вот тут тоже можете посоветовать, как мне что лучше сделать, укрепление, все такое. Прокачал я тут уже пушенцию, вот эту, она уже у меня... Ой, вру. Вот это второго левела, да? Хочется вот эту, конечно, прокачать. Но пока у меня нету денег. Ладно, пойдемте в бой. Посмотрим, затащу ли я здесь. Может, здесь хотя бы повезет. Так. Ух ты. Так, что у него? Вот это, ребятки, плохо. У него лучницы и плюс вот это вот ракетки тоже защита от воздушных войск. Блин. Ну ладно, я думаю, 8... Моих 8 миньончиков должны справиться. Быстрее, быстрее. Что вы делаете? Какие нафиг пушки? Лучницы надо было мочить в первую очередь. Эй-э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 й. Ой, блин, то тут я продую. Вот я еще немножко, ребятки, не разобрался, как правильно выбирать цель. Блин, закончить сражение. Ну, вообще, по-днищенски я как-то сыграл, да, донно, очень, очень донно. Блин, ну что же, ладно. В следующий раз, может, какой-то другой противничек попадется. Так, побежали домой, пока здесь миньоны радиоактивные готовятся, да? Мутантище наши. Так, ну, в принципе, можно шуровать еще в бой. Давайте, может быть, соперничка какого-то полегче сейчас подберу себе. Посмотрим. Не, ну это слишком кисло как-то. 2000 денег, ну это тоже... Хотя тут эликсира, блин, много, а? Ёлки-палки. Может, все-таки попробовать, а? Вот эликсирчик-то мне тоже не помешает. Пускай мало денег, но эликсира зато нормально так. Блин, как вы думаете, ребятки? Затащу, не затащу? Даже не знаю, что и делать. Так, короче, ладно. Погнали, 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 погнали. Вот мои варваришки. Давайте распределяйтесь по периметру. Так, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда. Не знаю, в общем, много их послал. Всех, всех, всех посылать. Да что вы грабить-то бежите, елки-палки. Бегите лучше, выносите всяких этих. Пушки всякие, блин. Стрелков, лучниц. Мортиры у вас есть. Блин, сейчас опять меня зафигарят, чувствую. Они, блин, пошли на ратушу. Отвлеклись на ратушу. Все, переключайтесь на пухи, пора пухи фигарить. Есть, молодцы, давайте, давайте. Братишки, братишки, ну быстрее, ну быстрее. А, там еще мортира, ёк-макарёк. Ребятки, я не выстою, мне кажется. Но зато, смотрите, мои другие варварийцы там нормально колбасят. Давайте, мужички, давайте, блондинчики. Вы красавчики. Вас там сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек, по-моему. Эликсирчик добывайте. Вот это хорошо. Блин, надо было сюда больше варваров кинуть. Ну, хотя, в принципе, они и так успеют шестером расфигарить все эти хранилища, да? Добытчики, вернее. Добытчики вы мои. Давайте, для папки добывайте. Вон, конечно, главное, главные хранилища два, да? С эликсиром. Но до туда они вряд ли добегут, потому что их раздамажат. Но все равно, в принципе, гляньте, мое-то хранилище наполняется. 82 тысячи уже. О, давайте, рубите, рубите. Ну, блин, эти усатые мужички просто красавчики. Не всегда, конечно, но в этом случае они, блин, молодцы. Именно варвары. Варвары для того, чтобы грабить, да? Не для того, чтобы больше, так сказать, бомбить кого-то, раздамаживать. Они в основном грабители, судя по всему, да? Хотя мечи у них тоже есть для чего-то. Так, мортира фигарит по моим... Ба-бам. Нет, два еще живых. Давайте вдвоем что-нибудь хотя бы еще немножечко сделайте. Блин, лучницы, вы обалдели. Вот они какие, да? Вчетвером там стоят по двое на башне и фигарят моих блондинчиков. Усачей моих. Ух ты, получен звездный бонус. 200 тысяч в сокровищнице. Нифига себе. Где моя сокровищница? У меня столько всего есть. Где оно? Подождите, почему не видно 200? 165 тысяч всего лишь. Что-то, может, я не догоняю. Так, соберем эликсирчик. Так, где моя подмога вообще? Чего никто ни подмогу не шлет? Жалко им, что ли? Ребятки, соклановцы, ну чего вы, не жмотитесь. Блин, скорее бы достроилась моя, конечно, ратуша. Очень хочу его. Хочу это. И казармы, чтобы быстрее достроились. Просто вообще, блин, хочется уже новыми этими, новыми картами поиграть. Так, переполнено, погнали. Теперь здесь повоюем немножечко. Так, найти, найти. Так, а ну-ка,
Кто-нибудь такой не сильно серьезных нам давайте. Вот, ребятки, тут лучницы и, в принципе, как бы и все. И поэтому тут я буду тащить сейчас. Так, фигово, что они на костер отвлекаются, мои миньоны. Ай-яй-яй-яй-яй, мочите лучше лученицу, ну что вы, братишки вы, давай. Ох, все, ребятки, это победа. 4 миньона радиоактивных осталось, вот они. Летают, светятся, какой 4, их даже 5. Вот это нормалек, вот это мне нравится. Ребятки, все, это победа, причем такая чистейшая. Ну, противничек слабенький попался, да? Если бы у него какие-то еще воздушная какая-то оборона была, то, может быть, я бы и не сдобровал. Вот, не выиграл. А так, в принципе, они, блин, реально крутые. Смотрите, они своими вот этими шариками, да, бомбочками мочат, блин, ого-го. Будь здоров, как говорится. Двойная пушка, крутая пушка, но не против них. Так. Так, 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 все, ребятки, великолепно, представляете? Поэтому прямо сейчас ставьте лайки, и кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Вот, ребятульки, также прошу вас, ну, такое просьба лично от меня, посоветуйте мой каналчик своим друзьям в школе, там, не знаю, во дворе, там, не знаю, может, кто-то на музыку ходит, на музыке посоветуйте, ну, это такое. В общем, советуйте. В соцсетях делитесь видосиками, потому что я буду продолжать снимать про эту игру и буду развиваться и становиться все круче и круче. Вот так вот, не буду на этом останавливаться, потому что игра меня реально затянула, ребята. Так, закрываем вот эту фигню, что-то я зачем ее открыл, не знаю. Вот у меня строитель спит, да, что-нибудь бы мне нужно, что-то нужно под это, да, подстроить, почему бы нет, улучшить. Но у меня, по-моему, ни на что не хватает денег. На пушку не хватает. На вот эту пушку тоже не хватает. На вот эту пушку тем более не хватает. Так, на лучениц. Блин, на лучениц не хватает. Ну, на вот это тоже мне не хватит, да? И на вот это 30 тысяч нужно. Блин, где взять 30 тысяч? Вот, у меня еще вот это есть. Потайная Тесла. 100 тысяч нужно. Да ёхак макарёк, где же я их возьму-то? Так, а вот эту мы не сможем улучшить? Нет, 30 тысяч. О, можно улучшить вот эту. Ага, нужно улучшить дом строителя до 4 левела. А как его устроить до 4 левела улучшить? Нужно 200 тысяч. Ёшки-матрёшки. 80 тысяч, чтобы золотохранилище улучшить. Капец какой-то. Ладно, пойдемте добывать, добывать. Золотишко будем, да? Пойдемте пофармим. Так, что у него здесь есть? Нету лучниц? А, нет, лучницы есть. Так, как бы до лучниц нам лучше добраться, ребятки? Через что? Наверное, все-таки через вот отсюда. О, Тесла! У него есть Тесла! Потайная Тесла! Ай, это жестяк. Все, ребятки, кранты мне. Приехали, как говорится. Вот, Тесла это очень хорошая вещь. Ой, я что, не всех миньонов вытащил? Один остался. Ну что, давайте, не знаю, сюда его кинем. А, лучницы его и тут достанут. Ну да. Да уж, да уж. Что такое не везет и как с этим бороться? Даже и не знаю. Так, что тут один, что-то мелькнуло. Член клана покидает клан. The Brain Dead. Был в нашем клане, что ли? Так, ну ладно. Так, что там, минуту еще ждать? Минуту ждать это долго. Возвращаемся. Плывем на корабле домой. И что у нас тут? Сколько у нас варварийцев есть? 27. Это очень мало. Кстати, нужно тренировать. Нужно тренировать войска. А, все в порядке. У меня тут все тренируется. Хотя можно уже занять следующую очередь. Опять варварийцев 70 штук сейчас на колбашу. И пускай будут. Ну а чего? Подмога не пришла случайно? Давайте посмотрим еще раз. Ну нет подкрепления. Что ж такое, ребятки? Соклановцы, не будьте жлобами, дайте подкрепление кого-нибудь для видосика. Не хватает на видос, да? Ладно, ну больше, в общем, здесь пока мне сделать нечего. Видите, 17 часов еще ждать. Долго, конечно, блин, как бы ускорить. Но ускорить это дофига алмазов нужно тратить, зеленых этих. Не буду тратить. Это тоже, блин, 111. Обалдеть. Вот это... 195, да ну нафиг, не буду я ничего, в общем, тратить. Подожду, придется подождать, ребятки. Поэтому, наверное, ну не знаю, может быть, послезавтра будет следующий видосик по клэшику. О, куда ты пошла?
Что здесь? Все, ребятки, в общем, на этом буду с вами прощаться. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь моими видосиками в соцсетях. А с вами был Вовкин. Пока-пока!